Казахстане мы можем выпускать квалифицированных научных кадров. Есть у нас специальность религиоведения. Вот по теологам Нур Мубарак готовят хороших теологов. Более того, вот за эти годы можно подчеркнуть, что у нас уже определенная база сформировалась. Например, в Нур Мубараке по теологам идет система бакалавры, магистратуры и докторанты. У нас в стране, кто хочет религиозное образование получить, он получает это образование. Хочет совершенствоваться, идет, получает образование за рубеж. Но здесь один момент есть. Здесь надо все смотреть с точки зрения, так скажем, чтобы человек не вступил на ложный путь. Есть всемирно признанные университеты за рубежом. Они у себя в стране аккредитованы, имеют большой опыт, большую историю, большой книжный фонд, хороших преподавателей. Вот с ними действительно можно работать. Теология – это очень такая тонкая сфера. Здесь надо с анализом и, более того, советоваться с теми людьми, которые имеют уже определенные знания в данной сфере. А лучше действительно получить начальные знания, определенный фундамент здесь у нас в стране, а потом уже совершенствоваться. У Духовного управления мусульман Казахстана есть соответствующие меморандумы с ведущими вузами в Турции, в Египте, кто действительно дает знания, глубокие знания в сфере теологии. Профессиональный стандарт определяет уровень квалификации. То есть, если мы берем определенные категории специальности, есть там, делится, да, первая, вторая, третья категория. То есть, это для совершенствования работы необходимо. Должен быть профессионализм во всех вопросах. Надо профессионально подходить и ответственно. Это в сфере образования, будь это теологическое образование, либо в целом. То есть всегда должна быть ответственность и профессиональный подход. И человек, который ведет работу, либо же работает в религиозной сфере, он должен обладать знаниями.